Друзья, еще раз хочу показать, какая суета у нас сегодня происходит, почему Женебек не снимается. Смотрите, сколько людей у нас. Бум. Женебек полностью в работе. Смотрите, сколько людей сегодня пришло на авторынок. Все рассчитываются. Смотрите, пати. У нас к менеджеру из Российского банка очередь. Так, такая самое вот главное, суета. Еще берем вот так вот, берем. Та-дам! И сюда. Сейчас будем снимать все, выдачу, друзья. Да? Все, снимайте. Вот этот выпуск, короче, Эльнур снимает сам. Без меня. Без меня у нас... Дядя Валер, я вас поздравляю, вы приехали у нас... Откуда, скажите, пожалуйста? С Петропавловска. С Петропавловска. Поздравляю вас. Смотрите, автомобиль уходит в Петропавловск абсолютно новенький. Дядя Валера приехал. На чем вы приехали? Volkswagen Passat. Какой год? 92-й. Реальная история. Вот дядя Валера приехал 92-го года Passat, привез к нам, смотрит машину. Я говорю, ну, дядя Валер, вы какого года? 50 лет. В отцы годится дядя Валера. Я говорю, батя, езди на новое. И, пожалуйста, правильно я сказал? Правильно. Все, дядя Валера смотрит. Я говорю, ну, дядя Валер, езжай на новое уже. Все, вот. Езжай с матерью на новое. И все. Пейте чай, готовим машинку для вас. И сегодня на новенькой езжаем. Затем. Здравствуйте. Откуда приехали к нам? Кокшетау. А, вы местные? Да, мы местные. Все, приехали к нам, сделали тест-драйв. Договорились с вами? Да, все, договорились. Все, поздравляю вас. Вам удачной продажи. Спасибо большое. Спасибо большое. И сразу же уезжает на новеньком автомобиле здесь. По Кокшетау. Да, здесь по Кокшетау. Наш один из лучших сотрудников, Анжелика. Ваша сделочка? Да, моя. Что можете пожелать новым владельцам автомобиля? Желаю вам без ДТП, самое главное. Следующая машина пусть будет только лучше. Всего самого. Радоваться. Лучше. Радоваться. Радоваться. Спасибо большое. Спасибо. Все, поздравляем вас. Проходите, все, проходите, считайте вас. Денежки. Ну, вот как-то так. А здесь у нас сегодня главный герой. Надежда, Надежда, молодая кровь, Эльнур, давай, действуй, тебя ждут на улице, ребята, сделай топ-обзорчик, пожалуйста. Погнали. И это, ребят, и это новый выпуск авторынка Goodcar KZ, где только хорошие автомобили. Подписывайтесь. Так, друзья, сейчас будем суетить. Так, рассматривать все варианты. Для начала потише музыку сделаем и погнали. Смотрите, это Chevrolet Monza. Отличный вариант для приобретения. У нас в автосалоне уже третья продажа Monza. Вообще отличный вариант в наличии. Популярная модель. Сейчас она набирает популярность, она, к сожалению, закрыта. Здесь очень много фишек. Пуш-старт, люк, автоматическая коробка передач. Отличный вариант для приобретения. Тусанчик. Тусанчик в белом цвете. Давайте я вам покажу его снаружи. Вот такой вот белоснежный тусанчик на зимней резине, свежий. Складывающиеся зеркала. Здесь написано только цена 12 миллионов тенге, 2020 год. И номер телефона 837-646-37-77. Вот такой вот белый тусанчик, к сожалению, закрытый. Ага, снимат. Volkswagen Passat. По кузову здесь есть моменты, но... Тоже не в продаже, видимо, нету риска, ценника нет, и он тоже закрытый. Ассаламу алейкум, продаете? Да, братан, продаю. Че, обзор снимем? Да, давай снимем. Че, какого года? 11-го. 11-го года, расскажешь про машину? 2011 года, 1.4 объем. Че там, вложений абсолютно никаких нету вложений. Единственное, вот лак нужно обновить, бампера. Вот это крыло, и то она без шпакли, ее так вот вытягивали. А так вот, бампера вот. Лак. А цена?
4500. 4500. Торг да. будет? Ну, будет, но небольшой. Номер телефона скажете? Да, 771-644-0090. Ассалам алейкум. Что-то продаете? Да. Что? Веста. Веста, а. Вы на комиссию нам оставляете или на автономию? Что, расскажете? Да, 20-й год. Единственный владелец. 1.6. Технически исправно. По вложениям? По вложениям, единственное, вот только базу, здесь кусок. И все. Ага. Объем какой здесь? 1.6. А цена? 5.4. 5.4. Имеются титанки с резиной летней. На летней резине. А по цене что? Торг. Торг будет? Конечно. А давайте номер телефона. 747-519-0519. Автомат, механика? Механика. Что, салон подсниму? Пожалуйста. Так, где она, механика? Вот, салончик. А это штатная, да, вот здесь система? Нет, сам устанавливал. Android, да? Да. Включаю микрофон. Знаете что, Анатолий? Вы знаете магазин Витавто? По советской. Там есть абсолютно все для этого автомобиля. Там это же, на говорят, скидки даже, если там у них есть бонусная карта. У меня знакомый на Дастере говорил. Это реклама для Витавто. Сейчас. Уезжает у нас вот такая Веста. У нас сейчас покидает вот такая вот Весточка. И у нас есть все для Веста в городе Кокшетау в магазине Витавто. УЗВ 280. Все. А есть еще магазин онлайн. По ссылочке под этим видео можно пройти и абсолютно все заказать. Веста, Рено Дастеры, X-Ray, любые другие, все вопросы Витавто. Большой рахмет. Mazda MPV, такая у нас была на комиссии, я помню. Смотрите. В чем плюс данного автомобиля? Автомобиль на старых номерах, поэтому значит, что владелец уже давно владеет данным автомобилем. Леворукий, леворульный, леворукий. Автомобиль закрыт. Леворукий, леворукий или леворульный, я забыл. Жанибек, вырезайте это. Руль находится слева. Цена 4 500 000 тенге, 2000 год. 2.5 объем двигателя на автоматической коробке передач. И номер телефона, друзья, вот 8 701 607 95 04. В принципе, по кузову есть моменты, есть и крашеные детали, я вижу. Вот здесь немного уже краска, но так-то автомобиль вид имеет. Видно, что ухоженный он очень. Цена 4 500 000 тенге. Здесь вот по кузову моменты начинаются уже. Давайте пройдем в автосалон, посмотрим, там какая движуха. Так вот заходим в наш салон, и вот здесь смотрите, как много людей. Анжелика. В общем, клиентов очень много. Вам обязательно нужно привезти свой автомобиль или приехать к нам, если вы ищете новый автомобиль. Очень много вариантов. Автосалон полностью забит автомобилями. Также есть автомобили на улице. Вот, посмотрите, сколько автомобилей здесь. Больше 70 автомобилей в нашем автосалоне. Пятую смотрят здесь на без первоначального взноса. Давайте пройдемся по автомобилям, которые можно оформить без первоначального взноса. Kia Ceed 2022 года. Новенький автомобиль. Салончик автомобиля. Вот такой вот автоматическая коробка передач. Двухзонный климат-контроль. Подогревы пассажирских, водительских сидений. Регулировка зеркал. Электропакет. Вот такой вот задний вид автомобиля. Цена 10 миллионов тенге ровно. LX 570. С ценой 15 миллионов 800 тысяч тенге. 2008 года, объем двигателя 5.7, газ-бензин, 247 тысяч километров пробег. Lexus, его уже мы не раз показывали. Автомобиль без первоначального взноса. Вот, Toyota Camry. Camry, это 50-ка в хорошем состоянии. Цена 9 600 000 тенге, 2.5, газ-бензин установлен. Смотрите, на зимней резине. Диски, кстати, от Lexus. Давайте пройдем в салон автомобиля. Салон, кстати, очень-очень ухоженный салон. Обновленная мультимедиа на Android. Автоматическая коробка передач. Мультируль.
установлен газ. Вот такой вот автомобиль. Audi A6 показывали. Еще одна камрюха, это уже 30-ка. Тоже в черном цвете, вид имеет, но по кузову тоже проблемы уже есть. Она, в принципе, не молодая машина, 2004 года. Кстати, у нее последний год, когда она проходит по кредиту, поэтому успейте приобрести. 2004 года выпуска с пробегом 400 тысяч километров. Передний привод. Автомобиль также можно приобрести без первоначального взноса. 2017 года, но объем здесь двойка. Передний привод за 11 миллионов тенге ровно. Также проходит без первоначального взноса. Здесь у нас Элантра новая заехала. Мы уже такую продавали. Абсолютно новая Элантра. Еще в целлофанчике. Смотрите, какой руль здесь у нас уже снизу обрезанный для вашего удобства. Автоматическая коробка передач. Кстати, здесь есть проекция на ручку КПП. Электроподсветка, режимы вождения менять. Электроручник, автохолд, два подстаканника. Вот такой вот. Вот такая вот Hyundai Elantra. Очень футуристичный, прям современный. Посмотрите, какая красивая передняя часть автомобиля. Находится в автосалоне Goodcar KZ. Что делаешь, Жанат? Жанат, что делаешь? Нельзя тебя снимать? Короче, такая движуха сейчас. Жанибека ждем и подснимем еще что-нибудь. Блин, еще обсыпало. Каждую субботу-воскресенье у нас бесплатный авторынок. Приходите, можете продать. Да, китайская сборка. Ой, я не знаю. Рустам, подскажешь? Вот здесь интересуется Hyundai Elantra. Вот. Насчет Elantra спрашиваю. Монзу выгнали. Ну, мы я тестили ее вчера, она вообще отлично на ходу, без вложений. Надо поднимать, но она не крашеная, живая полностью. Должна быть запасная, надо поднимать документ. 17-й год, это реальный пробег. Колы, ну ДТП не было, не крашено. Колы это, конечно. Ну она резвая, мы ездили на тест-драйв, на диагностику ездили, там все в порядке вообще. Никаких вложений нету. И по городу все родное. Это одна из немногих живая камера. Привет всем подписчикам. Мы работаем без выходных. Goodcar только хорошие автомобили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать нового видео. Да, Жанбек будет монтировать, он ближе. Немного докопались, друзья, до нашего менеджера. Посмотрели. Смотрите, друзья, как много людей на авторынке. Сейчас я вам покажу. Суета. Lexus приехал, друзья, с тест-драйва. Lexus, кстати, после химчистки. Давайте посмотрим результат химчистки. Ну, видно. Видно сразу. Я просто видел до салона автомобиля. И вот это после. Чехлы, все постирано. Все почищено. Очень красиво. Вот салон после химчистки. Он у нас в продаже Lexus. Вот такой вот. Он сейчас из драйва приехал. Мирас, по-моему, начал. Что за суета? Что происходит? Мы до всех докапываемся. До всех докапываемся. Небольшой опрос для нашего YouTube-канала. Здравствуйте. Еще раз. Скажите, откуда к нам приехали? Местный. Местные? Да. Есть варианты? Да, вот стоит. Вот, смотрите, что смотрят. Посмотрите, какое у него состояние, ребят. Срочная продажа. Владельцу срочно требуются денежки. Гляньте. Вот такой очень интересный экземпляр. Плюс, по-моему, летняя резина должна. А, вы тест-драйв делали, да? А? Да. Че, как? Нормально. Можете, вам... Вот... Вот. Главный хозяин, кто? Обладатель, потенциальный обладатель Lexus, скажите. Тема. Все, да. Берем? Ну да. Все, вот на ваших глазах состоялась сделочка. И вот этот замечательный, дай бог, Lexus уходит к новому владельцу. Салманька, подсказать вам что-нибудь? Да, я смотрю. Да, все. Скажите, пожалуйста, опрос для наших подписчиков. Можете... Анализ рынка. Что ищете? Тойоту. Камрюха? Камрюха. Вот. Наши люди ищут Камри. И есть варианты какие-нибудь?
Ну вот, смотрю, сейчас приехал. Еще на улице есть вариант. Да, да, вот оттуда можете выйти. Наши друзья ходят. Все. На камеру не выкладывать, а? А когда не камри, как говорится, друзья. Вот у нас еще одна камрюха, я ее пропустил. Она также проходит без первоначального взноса в черном цвете за 9 300 000 тенге с пробегом 223 тысячи километров. Авто проходит по кредиту без первоначального взноса. Приходите, пробуйте. Смотрите, кстати, диски какие красивые. На новой резине. Мультируль. Автоматическая коробка передач. Штатная аудиосистема. Или я ее показывал? Столько камрюх, что я уже запутался. Вот, люди смотрят. Сегодня просто очень много людей. Жанбек занят. Поэтому я буду сам как-то снимать. Посмотрите, как много людей приходят, смотрят автомобили. Давайте походим по улице, посмотрим, что у нас там есть. У нас так-то здесь тоже суета. Вот такое большое количество автомобилей у нас в наличии. Камри, Соната, К8, кстати, приехала. Смотрите, четкая К8. Есть Соната новая. Монза здесь стоит. Полик, еще Камри. И еще Камри. И еще Камри. А, это Королла, да? И вот еще Камри, друзья. 70-ка 2018 года за 17 миллионов тенге. Посмотрите, какая белоснежка. На таких вот дисках красивых. За 17 миллионов ровно. 3/5 Камри, друзья, смотрите. Мы на нее делали тоже обзор. Ездили шахом по городу. Очень резвая. Камри 3/5. За 17 миллионов тенге ровно. Кстати, проходит без первоначального взноса. А, Ерик? Да? А где сороковка за 6300? За 6100. Вот новая. А, так, ее куда-то выгнали. Где-то из салонки должна стоять. А, за 6100 вот это, да? Серебристая. Да, да, да. Так, она где у нас? Она. Сейчас я узнаю, уточню. Это тоже на продажу, да? Цена еду, да? Еще нету цены, только заехал, видимо. Так, друзья, давайте поможем. Сейчас Камри найти. По-моему, вот она. Вот она же, да? Да, вот она. А, смотрит ту. За 6100. Да, это вот эта Камри. Сороковочка. Что там это? Шкода Октавия 2008 года выпуска. Автомат, объем 1.6, бензин. Ну да, это передний бампер, есть недочеты, но на ИЗО не влияет никак. Я ее таким и брал. А долго владеете? С мая месяца. Коробка автомат, салон чистый. Зима, лето, да, шины на дисках. Что еще сказать? Машина ездит по городу, дом, работа, садик. 8-707-847-88-30. Друзья, еще раз хочу показать, какая суета у нас сегодня происходит. Почему Жанибек не снимается. Смотрите, сколько людей у нас. Бум. Жанибек полностью в работе. Смотрите, сколько людей сегодня пришло на авторынок. Все рассчитываются. Жанату прям очередь. Смотрите, пати. У нас к менеджеру из Российского банка очередь. Так, самое вот главное, это. Еще берем вот так вот, берем. И сюда. Сейчас будем снимать выдачу, друзья. Мы работаем сейчас сразу на две. Видно все, да? Мы работаем сразу сейчас на две камеры. Кирилл доверил нам целых два автомобиля. Два, да. Благодарю тебя, Кирилл. Расскажи, пожалуйста, Кирилл, откуда ты? Я с Кокштау. Какие машинки к нам заехали? Два Nissan Tirana 21 и 22 года на механике и на автомате. Очень быстро все на самом деле прошло. Я на самом деле думал, то, что вот загнали два на механике и на автомате, что на автомате уйдет самый первый. В конце концов,
на механике ушел буквально сколько там, 2 недели, да, было? Да. Первый ушел. И вот вчера буквально ушел наш второй тираник на автомате. Вам большое спасибо, оперативно все делаете. Супер, Кирилл, тебе большой рахмет за доверие, и будем рады вас. Конечно, обязательно еще привезу автосалон. Новую машину, конечно. Все, спасибо большое. Вам спасибо. Жанибек, бірінші ден саған көп-көп рахмет, осылай тез арада машинамды сатып бергенге. Ну, осылай сіздердің өткар кезетке көп деген табыс, осындай жақсы машиналар көп болсын. Тек жақсылықта осылай бір-бірімізбен машина алысып жүре берейік. Все, Айдос, біздің досымыз. Көп рахмет за доверие келген үшін бізге. Рахмет. Все, рахмет большое. Сіздерге де рахмет көп-көп. Ұжымдарыңызға сәттілік. Көп рахмет. Әрдайым осындай клиенттеріңіз көп болсын. Тек осындай жақсы сделкалар көп болсын. Көп рахмет, аумин. Так, ребят, вначале для Ютуба. Большой рахмет, что подписаны на нас. Ставьте обязательно лайки, пишите свои комментарии, потому что мы нуждаемся в вашей поддержке. И вся движуха – это благодаря нашим подписчикам. Рахмет, что смотрите нас. Рахмет нашим гостям, что приезжают к нам и покупают у нас автомобили. Вот такие вот красивые. Рахмет большое за доверие. Все, на этом выпуск наш подходит к концу. Большой рахмет Ильнуру, что отснял этот выпуск. Оставайтесь на связи. Гудкар КЗ, только хороший автомобиль.